Я согласен с Олегом Березюком. Не сделают они этого. Это не в их интересах. Максимум, что может быть, они проголосуют за снятие депутатской неприкосновенности с членов следующего парламента. Ну, у них там есть вариации. Есть же президентские и депутатские тексты. Оба прошли Конституционный суд, оба подходят, оба они не вступают в противоречие с Конституцией, но президентские с 2020 года может заработать, а депутатские уже прямо проголосуют и сразу же. Думаю, себя они снимать не будут. Коллективное самоубийство мы еще не наблюдали в условиях современной Украины. А вот если вдруг проголосуют, что это же как-то меняет, наверное, конфигурацию политической в Украине или нет? Если проголосуют за снятие неприкосновенности с депутатов, то тогда в следующий парламент не будут рваться те, кто рвались с него только для этого. Таких людей достаточно много, крупных бизнесменов, которым нужна была неприкосновенность. Теперь они будут отсылать вместо себя каких-то обезьянок, как я говорю, которые будут защищать их интересы.